Чувствую страдания, забыла, что это радость, просто выживаю, так хочу, что не получается. В одном месте советую тебе, не забудьте, самое важное — это жизнь в настоящем моменте. Так себе и говорите. Две техники выполняйте, дышите утром и вечером, делайте вот это дыхание по патрулу Далкару. Второе, дышите в живот, садитесь, ноги расставляйте и дышите в живот, чтобы живот выпирал, и, во-первых, помолодеете, во-вторых, вот этих чокнутых состояний не будет. И третье, медитация. С открытыми глазами утром сидите и смотрите на одну точку. Время засекаете и стараетесь, о чем угодно можете думать, что угодно можете делать, но смотрите в одну точку, пока слезы не пойдут. Не шевелитесь руками, там, не чешитесь. Вот, если делать первое, второе хотя бы, или первое, третье, то 100% через месяц будет другое состояние. Также выполняйте практику. Я радуюсь, потому что я встала, я радуюсь, потому что мне нравится, что я встала, я счастлива от того, что я поела, я счастлива от того, что почесалась, вышли после ванны, я счастлива от того, что я после ванны, и так далее. Вот это все увеличит вашу психическую энергию. А почему у вас так произошло? Вы потратили очень много психической энергии, забыли о том, что ее нужно восполнять. Восполняет, то есть у вас отдача работает мощно, а восполнение плохо.